Всемирный потоп в отдельно взятой квартире в доме номер 169 по улице Партизанской начался 20 января. Семья Павла Харымова живет на 5-м этаже. Над ними чердака нет. После первой оттепели ворвалась весна. Натяжной потолок превратился в бурдюк с талыми водами. Срочно пришлось отключать розетки. Когда сильный потоп, каждые 4 часа ведро воды наливалось. Последний раз с потолка слили, наверное, ведер 8 воды. Получилось так, что я уехал в командировку, там несколько дней не было. Жена звонит в панике, что делать, пришлось там звонить соседям, чтобы они приходили. Здесь, действительно, на полкомнаты висел пузырь вот этот. До управления звоним, они ничего никак не делают. Заявку оставили на чистку кровли, не дождались, полезли на крышу сами. Через неделю коммунальщики все-таки пришли, что-то делали, но результат оказался сомнительным. Без снега, только участок над затопленной квартирой. Я сейчас стою на своей квартире. Здесь у меня получается кухня. Где-то вот здесь начинается комната. Дом Павла обслуживает УК ЖКС. Подобные жалобы у них не редкость. Сейчас мы расстались 15 февраля с частью подрядных организаций, которые занимались обслуживанием жилого фонда, потому что такой уровень обслуживания терпеть невозможно. Поменяли уже 6 или 7 подрядчиков по сбросу снега с кровли, потому что мягко скажем, начинает просто обманывать. Этот обман потом дорого нам обходится. Только на эту управляющую компанию с начала года поступило более 1700 жалоб в ГЖИ. За одну неделю в приемную губернатора Самарской области поступило несколько десятков обращений. Действовать по каждому эпизоду требуется четко и решительно. Систему надо выстроить таким образом, чтобы они понимали, что любая жалоба гражданина для них чрезвычайно опасна. И по любой жалобе поднимается целый пласт в работе должностных лиц, которые добиваются того, чтобы управляющая компания работала в рамках закона. Вот это если будет сделано, тогда претензий у граждан будет гораздо меньше. Эксперты отмечают, от активности самих граждан многое зависит. Общественный контроль – один из действенных инструментов влияния на проблемную ситуацию. Если жалобы не имеют должного эффекта, решить вопрос можно кардинально. Сменить УК решением на общем собрании жителей. С рейтингом компании можно ознакомиться на сайте ГЖИ. Анна Ивахина, Анастасия Зубарева, Сергей Александров. Новости губернии.